Видновский родильный дом в 2013 году получил статус перинатального центра. С тех пор в стенах здания на свет появились десятки тысяч детей. И вот в торжественной обстановке прошла юбилейная 50-тысячная выписка. Счастливых родителей пришли поздравить почетные гости. От всей души поздравляем. Теперь вы многодетные, но все равно на этом желаем не останавливаться. Молодцы. И сегодня ваша дочка 50-тысячной стала в перинатальном центре. Желаем, конечно же, здоровья. Новорожденная Альфина стала третьим ребенком в семье Рената и Динары Ханбековых и вторым появившимся на свет в Видновском перинатальном центре, который давно занимает ведущие позиции по качеству оказываемых услуг. Здесь работают высококлассные врачи и постоянно обновляется медицинское оборудование. Действительно, событие важно не только для Ленинского городского округа, но и, наверное, и для Московской области в целом, потому что таких событий случается очень редко. И сегодня мы здесь, конечно, не могли не поздравить родителей счастливых, малышку посмотреть. Благодаря тому, что в учреждении вводятся современные методики, народы сюда приезжают также из других регионов России, в том числе с тяжелыми патологиями беременности. 50 тысяч – очень красивая цифра, и я горжусь этой цифрой, и горжусь тем, что каждый год из стен нашей фабрики по выпуску детей выпускается по 6 тысяч новорожденных детей. И хотя забирать ребенка из родильного дома для отца семейства уже дело привычное, от этого оно не стало менее эмоциональным событием. Нам приятно, что все приехали, поздравили. Вот. Еще раз спасибо сотрудникам этого заведения, как я скажу. Вот. Нам очень помогли и второй раз, и сейчас. Вот моя жена очень довольна родами. Вот ей очень все нравится. По завершении выписки все участники мероприятия сделали общее фото на память. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.